Дорогие друзья, с вами Дориди, это третья серия про трех чуваков на крыше. Ну что ж, давайте будем отбиваться от зомби. 18-я, ребят, 18-я глава, не знаю, справлюсь я или нет. Вы меня просили снимать продолжение, я решил снять продолжение. Ну что ж, 18-я глава, 18 уровень, как не знаю назвать. В общем, let's go, погнали, надеюсь, мы отобьемся. О, смотрите, у меня уже не пистолет, у меня уже какой-то полуавтоматический автомат. Пистолет полуавтоматический. Так, может типа УЗИ или что-то такое. А, новые зомби с косичками. Зомби с косичками, вот они как бегают. Довольно-таки быстро стреляют. Блин, надо чтобы он догнал. Фу, давайте бомбу заминируем. Блин, еще один. Это они подстрелили, это они виноваты. Я тут не виноват. Неплохо он дал, 180, так бы еще 180. Ну, к сожалению. Их слишком много, смотрите. А, много нужно спасти. Ну-ка. А, 82, я думал 182. О, какой-то новый. Новый чувак. Он будет мне помогать? Или за него дадут очень много? Давайте верхних убивайте. Так, что-то еще? Какое-то достижение? 350 дали. Хорошо, хорошо. Так, пускай немножко остановится. Нифига себе, ее сложно убить. Да елки-палки, мешает мне. Блин, верхних-то тоже надо бить. Давай, 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 давай. Верхних-то убивайте. Время, время сейчас остановится. Фу, слушайте, мы справились. Причем справились на ура, на 3 звезды. 6000. Это хорошо. По-любому надо прокачивать. Так, предлагаю дамаг прокачать. И знаете, я предлагаю все-таки ей дамаг прокачать. Она более важный персонаж. 5000, нифига себе. А ты сколько? Тебе надо прокачивать. Ладно, давайте тебе прокачаем дамаг. И, в принципе, все. А, так, давайте тоже прокачаем скорость. Скорость прокачаем. Все, больше ничего, да, нельзя. Да уж. Что у нас тут? А, тут мы ничего не можем пока что взять. Окей. Продолжим. 19-й левел. Так, все, все готовы? Погнали, let's go. Каждым разом все сложнее и сложнее. Но мы навыки тоже прокачиваем. Ух ты, смотрите, по две ракеты летят. Ничего себе. А, смотрите, по одной, иногда по две. Видели только что две ракеты летело? Почему? А, вот две летят. То есть периодически он две ракеты пускает. Нифига себе. Это круто, это круто. Чуваков тоже желательно, конечно, спасать. Немножко их остановим. Так, думаю, пора. Блин, этих девушек очень сложно убить. Неужели пройдут? Ребята, они проходят, они проходят. Слишком много девушек с косичками. Они хороши. Сколько прошло? Блин, конечно, всех не убили. Но всего лишь две. Два кристалла. Надо по-любому переигрывать. Хорошо, себе дамаг прокачаем, давайте. 44-67 было. 49-74. Давайте волчару прокачаем. Собаку. Сори, сори, что же я так выражаюсь-то. Так, тут можно будет прокачать... Да, давайте тебя. Пускай горят. 20-й пройдем, потом 19-й. Переиграем. Все-таки надо двигаться дальше. Тут больше денег можно заработать. О, новые чуваки. А, это... Нифига себе. Зомби в масках.
Я довольно-таки быстро стреляю. У них, кстати, оружие видоизменяется. Сори. Я не заметил тебя. Подожди, это наш был? Нет, я не понял. Я думал, это плохой. Я так и не понял, это был наш или нет. Но он бежал как-то. Он похож на зомби нашего. А, нет, это не наш был. Да, вот так он бежал, я думал, это... Думал, это хороший чувак. Так, ну что, сейчас прокачаемся. Так, а вот это наш уже. Так, беги вон еще, я вижу одного. Еще надо не попасть по другим. Ой-ой-ой, плохо. Давай, есть шанс. Верхнего убиваем. Сколько прошло? Блин. Два кристалла будет. Но, по крайней мере, полностью наших не убили. А, семерых убили. Зато 8000 золота. Сейчас проиграем два уровня. Дамаг надо бы прокачать. Давайте тебе прокачаем дамаг. 96 станет 116. Давайте ракету прокачаем. Тебе все прокачаем. Чтобы у нас крутой был. Так, тебя давайте с... Неплохо. Сколько у меня кристаллов? Пока что ничего не можем прокачать. Так, ладно, давайте сейчас 19-й переиграем. Надеюсь, получится. Сейчас должно получиться. Наши бойцы хорошо вооружены. Снайпершу тоже бы прокачать. Так, взорвали все нафиг. Серия опять будет играть 20 минут. Соберем хотя бы 50 пальцев фер, давайте. Я уже 100 не прошел, но 50. Можешь другу сказать, чтобы поставил палец вверх. Если тебе не сложно, конечно. Так, взорвали. Время это очень круто, что останавливается. Так, неплохой урон. Сейчас чувак добежит, ну-ка, сколько даст? Сколько даст? 161, нормально. Новое достижение. Сейчас время остановим. Терпите немножко. Немножко надо дотерпеть. Да елки-палки. Останавливаю уже. Так, двое проникло. Но все равно три. Отлично. Самое главное, что до три чувака дошло. Так. Тебе дамаг, конечно, надо прокачать. 140, ничего себе. Так, так-то другое дело. Я думаю, мы 20-й пройдем. Но давайте 21-й. Нет. Давайте 20-й все-таки пройдем. Я думаю, мы сумеем. У нас получится. Так, мы уже подготовлены. Вот две ракеты, смотрите, идут. Неплохо. Первого раза убивает. О, как быстро бежит. Да что я в него попадаю-то? Короче, я не буду стрелять. 190 дал. Честно, может два раза получится использовать авиаудар. Если я заранее его сделаю. Сейчас как раз время остановим. Пригодится. Сколько у них брони у этих девушек? Так, вот немножко осталось.
количество времени. Слушай, не получилось. Не, к сожалению, пятерых. Пятерых завалили. Я думаю, стоит идти дальше все-таки. 8 тысяч, я все прокачаю дамаг по-любому. 49 станет 54. Все тоже надо прокачивать. Я немаловажное все-таки лицо. Так, 21, потом на 20 перейдем опять. Тут просто можно больше деньжат подзаработать. Это неплохая тактика. Так, ну в принципе, let's go. Когда же мой пистолет прокачается? До последнего левела. Хочется уже последнего левела. Интересно, потом, наверное, вообще три ракеты будут выпускать. Так, нам, чтобы он дошел. Стараемся не попасть, не повредить. Отлично доходит. Сколько он нам не принесет? 133. Ладно. Отлично. Просто хочу, чтобы он еще раз успел остановиться. Так, стреляю поверху. Да елки-палки. Одного убили. 250 дал, неплохо. О, по собакам надо стрелять, они быстрые. Так, девушки с косичками. Раза три, наверное, время останавливаю. Неплохо. Вот сейчас буду еще раз остановить. Все, на изи проходим. А, нет, я даже не остановил. Никто не прошел. Это здорово. 10 тысяч дали. Отлично. Так, дамаг кому можно прокачать? Че, реально никому дамаг не прокачаем? Я бы себя докачал уже до максимума. А, за 6. Давайте, почему бы нет. Или время. Да, давайте, чтобы дольше можно было время останавливать. Подэкономим, сколько стоит? 21 тысяча. Переиграем, давайте, вот этот. Сейчас должны будем выиграть. Чтобы все дошли. Так, уже трое идут. 134 дали. Да сколько же вас их? 4 дошло, да? Я уже научился их спасать. Слишком много этих военных. Так, чуваков на шариках надо убивать. Так, вроде отбились. О, опасно, опасно. Есть хороший шанс, есть хороший шанс. Сейчас жмем на Е. Давай, давай, Е. Как раз может будет время остановить. А, нет, справились, справились, ребят, справились. Фу, и много чуваков спасли. Так-то лучше, так-то лучше. 8 тысяч, у меня не будет 21 тысяча, да? Немножко не хватает.
Ладно, тебе не повезло. Прокачаем, наверное. Стрелка. 14 тысяч, что ли, стрелка. А, их одинаково прокачивать. Они их дешевле. Так, давайте скорость перезарядки. Пули более мощные. Зрение тебе. Так, ну все. Мы ее хорошо уже прокачали. Мы ее прокачали даже лучше, чем нас. Так, ладно, 22-й. Еще по-разному сыграем. И скоро мы игру пройдем всю. О, новые на вертушке какие-то. Они, наверное, быстро едут. Вон они. О, сейчас по воздуху будут лететь. Да, они побыстрее. Как будто бы я их направляю, куда стрелять. Блять, пока вертуханов уберем. Пока там спасенные пытаются выжить. Да ни за что. Так, погнали. Неужели дойдут? Я пытаюсь спастись. О, лишь бы не проиграть вообще. Это реально опасно. Да блин, да сколько же их там? Я никак не ожидал. Такого я не ожидал. Сколько? 16. Сейчас время остановим. Блин, это чудо ревет, что мы спаслись. Четверых убили, я думал, мы проиграем вообще. Самое главное, чтобы нас не съели полностью. Так, ладно, тебя надо тоже прокачивать. Тебя надо тоже пожалеть. Так, тебя. Скорость перезарядки. Волка прокачаем. Тебе давайте и волка. Что тебе осталось? Ракетницу. Вот, хорошо. Идем на 23-й, попробуем, а потом опять на 22-й. Постараемся эти уровни сейчас выиграть, и я думаю, на этом закончим. Что там было написано? Босс или что? Показалось. Остановим время. Опять этот спасенный. О, по три ракеты. Нифига себе, ребят. Вы это видели? По три ракеты пускает. Неплохо, что мы его прокачали. Я даже рад. Я довольно-таки быстро стреляю. Вообще отлично. Бомба. Да мы так легко пройдем. Только много достижений новых. Я очень быстро стреляю. Ставь бомбу. Сейчас время надо остановить. Давай, останавливайся. Блин, не достают до всех. Одного убили. Здесь больше никого не убьют. Блин, один проник, всего лишь-то один. Так все идеально. Было бы прикольно, если бы было 20 человек на все время выживания.
То есть тогда надо было бы поэкономить. Так, что тут прокачаем? Все-таки давайте заморозка. Мне заморозка нравится. Посильнее прокачаем. А, 21 тысячи мне не хватает. Давайте тебе дамаг улучшим. Ну и в принципе все. Это все, на что меня хватило. Так, ну что ж, поигрываем. Теперь мы должны победить. Тем более по три ракеты выстреливают. Это вообще классно. Сейчас чуть-чуть подъедут, и мы затормозим время. Все, чтобы избавиться от этих первых. Раз будет уже второе время у меня. Я думаю, даже можно ракету попробовать использовать. Как он быстро бегает? Блин, из этих спасенных очень плохо мне приходится. Тяжко. Так, ладно, давайте остановим. Я пока поверху пройдусь. Немножко поверху. Вот, отлично. Теперь можно ниже бить. Так, используем ракету. Опять надо верхних устранить надо. Тут всех надо, короче, устранять. Давай. Сейчас опять время остановим. Давай, останавливаю. Фу, верхние остались. Смотрите, прошли. Получилось, ряд, я не ожидал сам. Так, ну что ж, мы довольно-таки много прошли. Нам осталось совсем чуть-чуть до главного босса. 22 минуты играем. Я думаю, можно будет уже закончить. Давайте прокачаемся немножко. Так, ну все, теперь мы совсем крутые. И в следующей серии, ребят, с вами увидимся. Постараюсь завтра сделать следующую серию. Всем до скорого, пока-пока.